Внимательно сейчас смотрите, куда поедет этот игрок на Юдосе 14.5. Вы просто обалдеете, какую хитрую позицию он покажет и насколько будут офигевшие просто противники, когда они его там найдут. Вот все внимание на экран. К тому же у нашего героя, или героини, я вообще не знаю точно, очень интересный ник, просто посмотрите на это, Crazy Baba. Вот видно здесь внизу Crazy Baba, то есть в переводе с английского Crazy это сумасшедший, ну а Баба, вы все знаете, что такое Баба, поэтому здесь нечего даже не говорить, нечего даже говорить. Ладно, смотрим, ребята... Что наша сумасшедшая баба будет вытворять в этом бою? Потому что, ну, как минимум, через несколько минут здесь будет невероятнейшая позиция. Ну, а финалочка боя просто на грани. Ну что ж, начало, на самом деле, Crazy Baba наша не такая уж и crazy поначалу. Не такая уж и сумасшедшая. Потому что она стала себе, или он стал себе в квадрате C5. Буду называть его он, ну... Танк, герой, герой, от слова герой, как бы он, и стал себе в квадрате C5, занял здесь кустики и никуда не решается двинуться. Хотя он даже во взводе здесь, кстати, посмотрите, с кем во взводе. Во взводе с артиллерией, блин, арта взяла себе во взвод Crazy Baba. Еще и у них у двух статистика так себе. И еще посмотрите, он по своей же арте там отправляет снаряды. В общем, может быть даже немножко и Crazy. Ладно, попадение в союзника. Повезло арте, что сейчас... Тим Дамаг у нас в игре не работает. И дальше проезжаем по первой линии вперед, где нас ждет битва конкретная, потому что счет 2-3. И как мы видим, в городе ситуация трындец плохая у нашей команды. Сейчас, скорее всего, там беднягу 703-го просто рассосут как таблетку от кашля. Затем ИСа также, Лору и М12 тоже улетит. Поэтому голый у врагов первый, второй фланг, ну первая, вторая линия, ну где мы едем сейчас. И фактически здесь реальный шанс давануть. Вон стандарт Б стоит, нужно его немножко чпонькнуть, потому что сейчас будет уезжать уже с позиции. Он понял, что подсвечивается и по нему наяривают. И так уже, я думаю, нагло подставляться, выкатываться не будет. Пытаемся блайдануть стандарда, но нифига не получается. Там за углом стоит еще один друг на Т-43. Как его оттуда выкуривать, непонятно. Ну да ладно, мне кажется, нужно сейчас проезжать вперед, потому что, посмотрите, наш Супер-Хеллкэт наяривает по полной, уже практически добрался к месту гнездования коричневых. Поэтому надо как-то ехать помогать, спасать бедолагу, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, он умудряется разбиться! Какие у нас... Угарные союзники. Это не наш игрок Crazy Baba. Это можно название отнести Супер Хеллкэту, который вроде бы доехал уже до арты. Засветил уже даже. Но, по-моему, там упал с моста и разбился. Весельчак просто. Ладно, вражеский Супер Хеллкэт здесь появляется. Ну и мы вместе со Стандардом Б, конечно, с ним спокойненько справляемся. И, как я и говорил, у нас на другой половине карты... Полный трындец творится. ИСа уже выкурили оттуда, 703 сейчас тоже помашет крыльями в ангар. И, собственно, на этом все. Дальше будут уже вырезать нашу артиллерию. Еще есть на базе Тартоис, который вроде бы должен пожить. У него такая дальняя фактически артиллерийская позиция. Еще и фуловый Тартоис. Ну, как-то он подозрительно смотрится, если честно, в квадрате А4. Че он туда... отъехал, непонятно. Под артой именно стоит, именно под арту выперся, хотя мог помогать 703-му, и там значительно дольше бы враги продавливали, если бы продавили вообще, потому что фуловая тортила, это вам, ребят, не шутки. Ну ладно, что имеем, то имеем. В итоге Юдосу нашему Crazy Baba приходится возвращаться назад на базу и пытаться кого-то там высветить. КВ-3-й впереди, 33 хп, ну, надо смелее такие фраги делать, иначе так воина нам не взять в этом бою, если будем стесняться. Ну, Тартоис уже, так сказать, вкушает плоды
своей идеи выпереться в наглую под арту на центр карты, можно сказать, хоть и возле своей базы, но такая центральная позиция. И сейчас фактически это центр, учитывая, что бой уже дошел до нашей базы, и арта не стесняется там отправлять подарки, чемоданы с вареньем от бабушки из деревни. Один за одним, а вареница-то тяжелая, боленько Тартойза заглушает. Артиллерия там наша совзводная еще работает, походу сейчас Тартойза занапинают. Вообще чудом Юдас не светится здесь наш игрок, потому что прям такая близкая позиция. То ли дерево впереди спасает, то ли Тартойз такой заметный, что перетягивает на себя взгляды всей вражеской команды. Но в итоге видим, да, не светится наш Юдас, и это везет, вот только сейчас подсвечивается, когда нам удается добрать Т-30, это очень важно. КВ-5 занят Тартилой, нужно попытаться там найти сисечку, но ее не видно, арта все равно добивает, ладно, фиг с ним. Остаемся с двумя артами против пятерых врагов. Что же будет дальше? Наши артоводы зашкерились максимально, насколько это возможно, просто в квадрат А1 зажались. И вот так вот честно посудить, наша Крейзи Баба ничего не сделала. Ничего абсолютно в первой половине боя. Да, 1800 дамага, там немножко засвета, 3 фрага, но все это как какие-то такие... нечестный немножко дамаг и фраги, то есть активно он не врывался, он не помогал союзникам на решающих направлениях. Ну, потом вернулся, чуть отдефал, но большую часть боя он все-таки вначале тупо отстоял в кустах. Что же будет теперь? Он свои тактики не изменяет, возвращается себе в квадрат А1, заныкивается здесь в растительности и... походу собирается заниматься чем-то непристойным с артой или пытаться их защитить. Ладно, хотя непристойным сейчас вражеская команда будет заниматься с нашей артой. Арте будет очень несладко, учитывая, посмотреть ее позиции. Ложка даже в кусты не стала. Посмотрите, выперлась. Это тоже без кустов, скорее всего, ее здесь как-то по диагонали просветит. Ну вот, Лора уже вкушает плоды вот своей позиции. Гениальнейший артовод. Ну заедь ты хотя бы в кусты, стань, блин. Не, плевать. Ладно, впереди 43-й, зря или не зря под нему стреляем, непонятно. Ну, дамаг дали, но наша позиция спалена. 43-й в ответ две плюхи сразу сливает по нам. И посмотрите сейчас, какую позицию находит наш Юдас. Вот здесь, возле заборчика, он фактически может вытанковывать от башни. Добиваю сейчас, кстати, нашего артовода. И посмотрите, 43-й не может нормально нас прострелить. Такая странная, на первый взгляд, позиция. Многие здесь забиваются вон туда в кусты, но это работает. Ну что, еще один выстрел, и вот уже минус Т-43. Если бы не было арты, которая огорчает и попадает куда угодно абсолютно, то мы бы его полностью здесь распинали. Что же дальше? Уже 4 фрага, и против нас 4 противника. Можем 8 фрагов наколотить. Но это, конечно, пока что мечты, ничего более. Уезжаем от этой позиции, и неожиданно засвечивается на центре вражеский разведчик Скорпион, который здесь пытается что-то там обнаружить, но как-то это у него не получается. Давай, разворачивай пуколку, надо Скорпиона встречать. Сейчас будет выкатываться на нас по-любому. Хотя он подсветился, у него, наверное, лампочка загорелась, и он мог испугаться. Поэтому не факт, что он будет нагло выезжать. Или будет? Будет, блин. Да ладно, подставляется Скорпиоша под нас. Но тут же выезжает стандарт Б, а он барабанщик. Ай-яй-яй-яй-яй, может быть больно. Удается спрятаться от стендарда Б. Сейчас вообще стендард какую-то дичь творит. Он 9 уровня, мы 8. Ему нужно было выехать и просто надавать нам по шапке. Почему он испугался и откатился назад, непонятно. Да его еще и две арты прикрывают. Посмотрите, он откатывается. Он удирает отсюда. И мы, используя кусты и позицию, вдогонку ему отправляем снаряды. Вот это уже заслуживает лайка. Что-то
столб застрял только в корпусе нашего героя, ну да ладно. Я про вот этот столб говорю, ребят. Стендер Б впереди. Он просто творит. Посмотрите, что он творит. У него реально танк лучше, чем наш Юдас. Он мог просто выкатываться и один на один нас уделывать. Но вместо этого он отъехал на базу, повернул орудие непонятно куда. Смотрит вообще хрен знает куда. И происходят какие-то волшебные вещи. Интересно, что... Враги как будто поддаются реально. Очень странно все выглядит. Но мне кажется, такое заслуживает лайк. Не каждый бой увидишь такие поступки вражеской команды. Игрока с ником «Сумасшедшая баба». Ну и финал вас ждет еще, ребят, красивенький. А пока идут последние минуты, я хочу кое-что напомнить. У этого видоса есть спонсор. Это крутой сайт WotGold, где вы можете получать прем-танки, золото и премиум-аккаунт даже на халяву вообще. Причем все выплачивается именно в голде. То есть даже если вы выиграли премиум-аккаунт, вы можете вывести его в голде и потратить на что угодно. То есть не привязано даже именно к конкретному призу. Также там такая штука есть крутая, как колесо удачи, его можно каждый день крутить и на халяву вообще забирать подарочек для игры World of Tanks. Обязательно что-то выпадет каждый день, какой-то приз. Переходите, ссылка находится в закрепленном комментарии, там же специальный промокод от бомбилки для WotGold. Вводите обязательно его при пополнении счета. Вам еще добавят подарочек, если будете коробки открывать, очень поможет. Ну и, ребят, напоминаю, что в этом видосе проходит также розыгрыш голды. Можно 5, а то и 10 тысяч голды поднять. Для участия нужно подписаться на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Врубить колокольчик в режим «Все уведомления». Очень важно, чтобы именно в этот режим, когда нажимаете на колокольчик, там будет 3 варианта и самый верхний «Все». Нужно выбрать его. Проверьте, чтобы у вас было так. Ну и оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником и ID ВКонтакте элементарно. Ну и также не забудьте проставить лайчинский. 2 секунды вам спуститься под видос, выполнить все эти условия. Особенно лайк прожать, это прям все должны сделать. Спускайтесь быстрее, тыкаем на лайчинский. Сделали? Тогда давайте смотреть финал боя. Я думаю, достаточно времени уже все рассказал. И осталось увидеть, что же будет в конце здесь. Что же наша сумасшедшая баба сделает. С-51 уничтожает его очень легко. Здесь арта выбрала какую-то глупенькую позицию. Мы ее легко пересветили. Начинается захват базы и либо стандарт бетом, что вероятней по идее, либо арта. Все может быть в нашей игре, ребята. Но если арта, это будет, конечно, смешно, что она так успела там тишком потихонечку пролезть. Не, Лея, посмотрите, стендер Б, ой, не очень умный игрок, мне кажется, на стендерде Б. Глупо поступает, а на базе оказывается именно артиллерия, за которой мы сейчас выезжаем. Но это пахнет, честно говоря, победой. До захвата еще минута. У нас есть 598 хп. Навряд ли Пантера ГВП нам их снимет. Поэтому я думаю, сейчас он просто приедет и арту положит. Ну а вы, ребята, досматривайте видос до конца, потому что в конце нужно не забыть спуститься вниз, написать комментарий, поставить лайк, подписаться и колокольчик врубить, кто этого вдруг еще не сделал. Удивительно. Пора бы уже. Ну и сейчас в конце будет кое-что еще вам хочу интересное рассказать. Ну давай, Крейзи Баба, что ты думаешь? Выезжай, да уничтожай арту, нечего тут размышлять. Ну вот, собственно, он это и делает. Вот такой бой, вот такой финал. Перед вами, ребята, сейчас итоги боя. Обязательно их зацените. И еще что хотел сказать. Сейчас на экране вверху справа появляется очень веселый видос, где игрок берет Колобанова. При этом он лежал на боку очень долго. Посмотрите обязательно, веселый бой, такого вы не видели. Вон, вверху справа. На этом все, ребята, до скорых встреч, обязательно увидимся. Всем удачи, пока-пока.